Не для слабонервных, Королёва показала измученное болезнью тело. Омолаживание не спасло. Певица Наташа Королёва поделилась страшным недугом. Как бы ни старалась артистка следить за своей фигурой и проходить омолаживающие и оздоровительные курсы, от приступов жуткой аллергии это ее не спасает. Жена Тарзана уже длительное время страдает от крапивницы. Красные высыпания покрыли практически все ее тело. Певица рассказала своим подписчикам на личной странице в соцсети, когда у нее началось это заболевание, и показала пугающие снимки. «К сожалению, я аллергик с большим стажем. Мне было 23 года, когда я познакомилась с этой неприятной болячкой, и началось, чего я только не перепробовала. А сейчас, внимание, будет очень страшная фотография, фото не для слабонервных. Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле, кому знакомо», написала 49-летняя Королёва.